Вот трое, три гимнастки это осуществили. Четвертое. Перед вами. Ошиблась. А вот у четвертой не получилось. Ну что? И у Гребенькова не получилось, хотя Мила поопытней Кормаренко будет, призер Афинской Олимпиады. Главное, и все чтобы такое. Катя не расстроилась сильно и работала до конца, потому что у нее впереди еще вольные. Нет, она достаточно спокойно, ты знаешь, идет дальше, ведет свою комбинацию. Я смотрю так спокойно, совершенно. Молодец. Знаете, молодцы. Мне кажется, наши дебютантки достаточно неплохо справляются с волнением все-таки. Несмотря на то, что даже ошиблись, ведь все-таки очень трудно возобновить дальше комбинацию и вести ее достойно. Поэтому я думаю, что... Стой. А что до ошибок, так ведь и Хворкина ошибалась, правда? Конечно. Будучи уже королевой Давай. Гимнастики. Ну, так что... Без ошибок никогда ты... Знаешь, надо научиться ошибаться, исправлять эти ошибки и после этого выигрывать. Ох, как молодец, исправилась. Сейчас пропустили вы, наверное, сальто вперед вообще, да, так? Мимо бревна, но молодец стала. Ты знаешь, как мы говорим, третья нога выросла, удержалась. Ну вот, молодчина, спокойно дойди.